Глава района Андрей Дорошевский с рабочим визитом посетил школу номер 49 в станице Смоленской. Глава проверил состояние спортивной площадки и дополнительный спортивный зал. С наступлением тепла занятия по физкультуре проводят на свежем воздухе. Глава отметил необходимость отремонтировать покрытие площадки и поручил разработать проектно-сметную документацию. Да, посчитать, посмотреть, подготовить сметную документацию. Глава посетил спортивный зал, в котором планируют провести капитальный ремонт. Завершат работы к началу нового учебного года. Своими силами в школе проведен ремонт в дополнительном спортивном зале. Теперь здесь проводят ставшие обязательными уроки самбо. Проверил глава района и организацию питания в образовательном учреждении. Школьники бесплатно получают горячие завтраки и обеды. В обед у них идет первое и второе, то есть суп, и второе и, конечно, третье. В столовой получили новое оборудование – протирочную машину для картофельного пюре, сковороду, пароавтомат. Помимо горячего питания, в школе ученики регулярно получают свежие овощи и фрукты, соки. Главе провели экскурсию по школьному музею. Этот музей – гордость школы. Он организован в 1969 году и является одним из старейших музеев Краснодарского края. Экспозиция поделена на несколько частей – история до нашей эры, кубанский быт, советский период и Великая Отечественная война. Андрей Дорошевский посетил и учебные классы. Дети получают образование в комфортных условиях. Для развития талантов подрастающего поколения в школе номер 49 в 2019 году создана точка роста. В этом им помогают современные технологии. Нами было получено оборудование, в частности, в кабинет информатики. Панель интерактивная, 3D-принтер, новые ноутбуки в количестве 10 штук и также система виртуальной реальности. В точке роста ученики осваивают 3D-моделирование, информационные технологии, играют в шахматы, занимаются конструированием. В школе 49 успешно реализуется и дошкольное образование.